Здравствуйте, друзья! Мы с вами сейчас находимся в небольшом городке Александрия. Да, когда-то он, не про нас будет сказано, вот знаменит был как место торговли рабами. Вот, а сейчас уже, конечно, время другое. Чем сейчас торгуют-то? Домами. Кофе, домами. Вот, пожалуйста. И произведениями искусства. Вот, произведениями искусства тоже хорошо. Там у нас какая-то гавань, речка. Что за речка? Потомок. Потомок. Тут других нету? Нету. Вот так, друзья. На речке бедно. Одна всего речка. Так. Вы слышите, самолет там шумит. А у меня прям поэтическое такое, знаете. Если в жизни что не так, приезжай на Потомак. Или в американском звучании что-нибудь такое. Разболелся, стомак, искупнись в потомок. Вот как-то так. Игорь, как получалось, что вчера мы смотрели на этот потомок, и он был там как горный ручей, а здесь прям целая Волга разливанная. Что произошло? Ну, на самом деле не Волга. Да. На самом деле все гораздо скромнее. Я и комплимент ей сделал. Все-таки, да, ширина здесь появляется приличная, но зато глубина. Никакой? Никакой. Очень мелкая. Хотя приличные большие яхты сюда заходят. Яхты есть. Так, это уже перед впадением в океан. Это Я не понял, оно вот ту ручьевую воду здесь разлилось широко или добавилось воды как откуда-то? Не добавилось воды, просто разлилось широко. Мамочки. Вот, друзья, хорошо знать заранее, а то так, знаете, как... Вчера мы видели... С разбегу бултыхнешься, а там ничего нет. Вчера мы в большей степени видели, наверное, горную реку. Понял. А здесь равнинная. И недалеко вроде было. Совсем недалеко. Слушай, смотри, там какая-то посудина выплывает. Прям как этого, Стеньки Разина, челны, смотри. Написано Александрия, какой-то там... National Harbor Water Taxi. Окей. Такая, значит, водяной таксомотор такой. Хорошо. Таксомотор, вы видите, вышел на просторы. А на просторах тут вообще какая-то классика, так сказать, судостроение. Как из кинофильма «Волга-Волга», если кто смотрел. Америка России подарила пароход. Огромные колеса, ужасно тихий ход. Вот такой вот... Такое ощущение, что туда зайти можно. Может, там ресторан там или что, да? Там трап, вот я вижу. Если бы я, друзья, не сказал вам, что мы находимся в городе Александрия, штат Вирджиния, ну, и вы бы увидели вот это место и сказали бы, может быть, это Италия, может быть, это озеро Кома. Правда? Вот. Там точно так же сидели бы люди. Многие из них, наверное, уже и сидели. Вот. Где вы хотите? Здесь приятно, конечно. Говорят, что это бесплатные городские троллейбусы, туристические. На нем написано, кстати, что... Они до метро идут. Написано, что он бесплатный. Да. Вот, друзья, я вам показываю... Как выглядит все в Александрии. А вы, если вот вам нравится архитектура, вообще улочки, вы себе скажете, все, я вот люблю это дело, буду жить на восточном побережье. Может быть, прямо в самой этой Александрии, хотя тут относительно подороже, конечно, и жить, и приобретать недвижимость. Мы тут изобрели в афро-португальский ресторанчик в городе Александрия, штат Вирджиния. Вот такой вот этот ресторанчик. Я вам сейчас меню покажу. Вот небольшой. Небольшой. Они специализируются в такой простой, знаете, еде афро-португальской. В общем, вы видите справа, это уровни того, что... Ну, вот это что называется спайси, да, вот там
раз, два, три, четыре, пять уровней. Вот. Ну и тут дальше много, много всего. Мы сейчас сидим и напряженно думаем. Вот, друзья, оливки принесли. Мы их заказывали, Свет? Конечно. Мы заказывали. Друзья, никакие оливки вам не принесут, если их не заказать. Хотя бывает что-нибудь такое, знаете, там от хауза, да. Но вот оливки. Знаете что, Игорек, подержи, пожалуйста, камеру. Зрители. Для зрителей есть оливки. Да, да, наши зрители, друзья, ждут, что я для них съем оливку. За них. За них. Нет, не за них, а для них. Пост. Есть. Есть. Берем оливочку. Они, видите, я подозреваю, что косточки нет, судя по тому, что там есть дырочка. Ну и вот сейчас попробуем. Они как бы острым не было, я боюсь. Друзья, рекомендую. Рекомендую оливки. Я для вас съем бонусную оливку. Друзья, я не рассчитывал. Но не могу оторваться. Не могу оторваться. Оливка. Хорошо, для аппетита. Боже, какая прелесть. Те из вас, друзья, кто помнит жизнь в СССР, помнит, что оливок там не было, днем с огнем не найти. Сейчас, наверное, есть. Если бывало где-нибудь югославскую какую-то там купишь, ну так редко было. А были любители, как они страдали, друзья, как они страдали без оливок. Вот. А сколько оливок не было, откуда они знают, сколько оливок. А сейчас, друзья, все есть, только деньги нужны. Как при коммунизме. Вот был такой анекдот, спрашиваю, будет ли деньги при коммунизме. Вообще много было обсуждений, когда все есть, зачем человеку деньги. Вроде при коммунизме денег быть не должно. И он спрашивает, скажите, будут ли деньги при коммунизме? И ответ был очень мудрый. Говорили, будут, но не у всех. Поэтому вы... Ананасы, друзья, только для вас. Только для вас. Ананасовый лимонад. Они здесь сами делают ананасовый лимонад. Хорошо, что они их не растят тут, но... Ну что же, неплохо, но, конечно, оливки это что-то. А вот оливки очень вкусные. Оливки очень хорошо. Да, он действительно, там на камере. Друзья, у нас крылышки. Крылышки – это просто такое блюдо, знаете, ну вот так пошерить. Пошерить. Да ты что, какие соусы? А вот тут вот написано на этикеточке, кто-то на флажке. Ну, короче, у нас с разными соусами. Крылышки. Света, у тебя, я вижу, салатик. Да, пол-слоу. И это чикен. И просто ножка такая, да. И картошечка. Пюре. Ну что же, ждем, что у нас дальше будет. Ждем. У нас большие ожидания. Это, друзья, мне принесли. Так, пол цыпленочка с кукурузкой. Так как-то захотелось, знаете. Немного, но так, чтобы вкусно было. Так. Это у Игоря, значит, тоже пол цыпленочка с картошечкой жареной. Хорошо. Так, он очень впечатляет так со стороны. Ну и у Алены мы видим салатик. И видим тоже колслоу. Это сизер, окей. И видим там такой худенький такой кусочек курочки, небольшой такой. Но видно, как-то он весь в каких-то специях, судя по цвету. Вот, друзья, и такая Америка тоже бывает. А то мы все с вами по Кремниевой долине, да по Кремниевой долине. Я вам показываю просто городские улицы, перекрестки, чтобы вы видели разнообразие. Кирпич бывает, друзья, не только настоящий, но и с понтом кирпич, вот как тут, отделочный материал. Бывает красненький, бывает такой коричневенький, бывает желтенький. Видите, как разнообразно все. Вот, друзья, старожилы рассказывают, что именно на этом месте и был невольничий рынок. А сейчас фонтан, видите как? Что-то есть в этой улочке от даунтаунов многих городов из разных стран. И что-то итальянское тут есть, и французское есть, и надписи. Очень много надписей на французском языке, названия там всяких кафешек, баров. Да.
Тут, видите, не только стены а-ля кирпич, а тут еще и вот выложено кирпичом снизу. А вот эта машинка, чтобы за паркинг заплатить, вот так. Пойдешь и заплатишь. Так, удобно. А можно еще и мобильно, да? Где у нас Игорь? Да, по телефону. Через телефон. Ну, цены те же? Да. Так вот, подходишь к этому и прямо что? А к телефону должна быть карточка приделана или как? Нет, надо войти на специальный сайт, где ты должен быть зарегистрирован. Так. И у каждого такого паркинг-места есть свой номер. Ага. Вводится номер именно этого паркинга и оплачивается. Но все-таки, то есть ты должен быть зарегистрирован, и там должна быть твоя кредитная карточка как-то. Привязана к кредитной карте. Привязана, да, ну понятно. Симпатичный дом. Все, друзья, стартапа вы такого уже не сделаете, уже все. Эта идея уже реализована. Да. Что мне здесь нравится, я не вижу здесь бездомных, которые бы сидели и так вот выполняли свою функцию. В Калифорнии, например, вот на каждом месте, на каждом квартале был бы свой квартальный бездомный, может быть, парочка на разных сторонах улицы, тем более место туристическое. И так они собирали бы свою дань. В Нью-Йорке же много, да? Да. Обычно вот в таких местах многолюдных. Вот, видите, автомат для уплаты. Вот в этом ресторане. Обама ел в этом ресторане. Друзья, если вы здесь будете, зайдите и скажите: слыхал я, у вас тут Обама ел. Да, вот. И дальше действуйте по обстоятельствам, смотря что ответит. Если будут скрывать, значит, это одно. Если скажут, конечно, конечно, скажут, могут сказать, еще и Трамп ел, или а вы из Раши, Ленин у нас ел, там Путин заходил, тогда другое дело. Видно, что люди делают бизнес. Да нет, я сама видела. Обаму? Не Обаму, а машины. И прям в тот момент мы проходили, когда он там кушал. То что их там не кормят в Белом доме? Что они тут? Ну надо же в ресторанчик сходить. Так он там со своей бабой был или еще с кем? Я не знаю, с кем, с какой был. Вроде у него хорошая жена. Хорошая. Красотка. Да. Ну, видите как? У них у всех красотки, а потом смотришь, с одной его застукали, с другой. Я не про Обаму, я про других тоже. Движемся мы обратно к нашему автомобилю, погуляли. Ну так, хотелось посмотреть на город Александрию. Вот мы и посмотрели. Ну и вам показали, правда? Мы специально вот иногда заходим что-нибудь посмотреть, так, чтобы для вас было интересно, вам было тоже.